Копию Знамени Победы подняли сегодня над Домом Дружбы Народов Чувашской Республики. Камень под основание копии Знамени Победы на территории Дома Дружбы заложили в феврале этого года. А сегодня в торжественной обстановке копия штурмового флага 150-й стрелковой дивизии, который водрузили на крыше Рейхстага, заняла свое почетное место. Мы поднимаем сегодня при торжественном мероприятии копию Знамени Победы, которая посвящена 73-й годовщине Победы Великой Отечественной войны в республике. Это, то есть, первое подобное мероприятие. В России даже это в числе самых первых подобных мероприятий. Это культурно-патриотическое такое мероприятие для воспитания подрастающего поколения, молодежи, чтобы мы чтили память воинов, которые ложили свои головы при такой страшной войне. То есть мы должны чтить память.